Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков, и в этом сюжете мы продолжим тему Прованс. В прошлый раз мы говорили о общей концепции стилистического направления, а сегодня мы поговорим о деталях этого стиля, а конкретно о мебели в стиле Прованс. Обратите внимание на поверхность этого стола, она выглядит так, как будто ей уже много лет. В этом и заключается главная особенность. Использование искусственного старения мебели – это главное условие стиля. Она совершенно не выглядит грубо или неказисто, а наоборот идеально вписывается в интерьер. Это шкаф-библиотека в таком стиле спокойного Прованса. Материалы, которые использовались для его изготовления – это дуб и береза. Есть такое совсем незаметное, еле заметное состаривание, поэтому это и спокойный Прованс. Металлические ручки очень удобные в использовании, шуфлядки, ящики и двери раздвижные. Самобытный, но не похожий ни на один другой стиль интерьера Прованс очаровывает своей по-французски изысканным деревенским колоритом, некоторой наивностью, романтизмом. Давайте рассмотрим конкретный пример. При производстве этого шкафа используются технологии, которым уже несколько сотен лет, что придает определенный аутентичный характер этому изделию. Главные отличительные черты мебели в стиле Прованс – это натуральные материалы, светлая цветовая гамма, сочетающаяся с общим дизайном помещения, и внешняя легкость конструкции. Мебель может быть деревянной или плетеной, ножки стульев и стола, подсвечники и многое другое. Для того, чтобы привнести в ваш дом дух Прованса, достаточно всего одной детали. Это может быть столик, комод или даже ваша фотография в состаренной раме.